Расскажите, пожалуйста, о преимуществах сбора ключевых слов вплоть до одного показа. Всегда ли хорошо собирать все ключи? Есть объявление по ключу дизайн офиса 970. И есть объявление по ключевому запросу дизайн проект офиса. Стоимость на первый список размещения 24 УЕ. Продуктивности вообще не смотрите. Кто вам говорил, что надо смотреть продуктивности? Ужас какой. То есть в данном случае уточнение привело к повышению цены клика. Правильно, потому что дизайн проект офиса – это ключ, который чаще люди запрашивают, чем просто дизайн офиса. Ну, если вы возьмете кавычки и посмотрите. И оно приносит, ну, оно как бы более релевантное, поэтому оно более дорогое. Зато вы, если отсюда отминусуете проект, вы получите здесь уменьшение цены клика с 9 до 6, например. Работаю по абонентке Лендос плюс рекламная кампания. Пока два абонента в одном городе. Одна сфера, но различные направления. Так, вопрос. На другие города отдельно собирать ключи или собирать по новой? Ну, попробую сейчас правильно ответить на такой вопрос. Смотря какие города, в первую очередь, смотря какой у вас сейчас город, ну, то есть, если это совсем другие города из другого региона, то лучше, конечно, заново собрать и не париться. Если это соседние города, просто добавить новые эти города как ключи. Так. Есть какие сервисы по генерации и хостингу лендинг пейдж, которые можно юзать помесячно и в итоге бесплатно, меняя почту? Я не знаю, я как бы этим не пользуюсь, извините, ребят, это, ну, честно, не ко мне. Я просто этим сейчас не заморачиваюсь. Как относишься к сервису KCleaner? Считаешь, что минусовка в директ-команде все же рулит? Ребят, у меня есть сервис переминусовки. Я расскажу по поводу переминусовки, кому это очень, кого это бомбит, честно, этот вопрос. Дело в том, что мы, по-моему, сделали первый переминусовщик из всех, который был, кроме PPC Panel. Вот первый, который появился за все время, который я помню существование всех переминусовщиков, которые есть сейчас в интернете, даже Direct Commander позже появился, у нас был второй в adpump.ru. Первый был PPC Panel. Причем PPC Panel работал плохо, и мы связывались с ребятами, спрашивали, как у них дела, и они объясняли, что работает он, в общем-то, некорректно. И мы это видели, и мы им показывали это. Мы решили сделать переминусовщик, который будет работать действительно правильно. И мы его сделали. У меня есть алгоритм, который лежит. Но проблема в том, что такой переминусовщик, он, к сожалению, съедает настолько много оперативной памяти и хостинга на сервере, что, к сожалению, обработать, например, больше 1000 ключей такая штука не может. Просто виснет. То есть нужен хороший, серьезный компьютер. На него нужны деньги. То есть я могу его себе поставить, например, на компьютер, и он меня там в течение, там, не знаю, 2 часов он мне все сделает. Но это крайне сложно. То есть там и оптимизировать процесс нельзя было. Я отдавал ребятам, но никак. Вот. Короче говоря, есть инструмент, который реально умеет переминусовывать, но, к сожалению, он для общего доступа просто не будет никогда, ну, не будет доступен, потому что там связано это со всеми видами словоформ, там связано с предлогами, там связано с словоформой еще, кроме словоформ, еще надо проверить, что слова могут стоять не в правильном, ну, не в неправильном соответствии, то есть, например, купить Москва септик или септик купить в Москве, ну и тому подобное. Эти ключи надо бы вообще удалить и тому подобное, то есть переминусовать отчасти тоже, другие с ними. Так, поэтому есть инструмент, но я им не пользуюсь, я пользуюсь Direct Commander, честно вам скажу, и Direct Commander полностью устраивает меня, вот лично меня. Другие директологи – это других мнений людей, поэтому не могу ничего сказать, могу сказать за себя. Direct Commander пользуюсь. И переминусовывают. Да, он бывает где-то косит, но вы можете на это забить, и ничего страшного не случится.